Значит, предыдущий ремонт был сделан некачественно. Мы требуем провести этот ремонт за счет вашей фирмы по гарантии. Отвидели. Аппарат был забран исправно. Клиент подписался под актом, что аппарат принят в исправном состоянии. Неполадка произошла уже у клиента. Значит, сколько составляет срок гарантии на ваши выполненные работы? На работы составляет 3 месяца. 3 месяца не прошло, мы обратились в тот же день. За работу мы с вас не возьмем, а за запасные части, извините, мы с вас возьмем. Ну тогда надо будет какую-то неустойку брать с вас за то, что вы сразу не оценили в 10 долларов. Оценка работ была в 10 долларов, поэтому хотелось бы, чтобы в эту сумму все и уложилось. Замена запасных частей дорогостоящих в эту сумму никак не вкладывается. Ну, принтер не работоспособен. После вашего ремонта. Вам сделали диагностику. Нет. За 10 долларов. По диагностике 10 долларов. То есть если где-то что-то не досмотрели, то есть мы работу делаем бесплатно. А запасные части, извините, будьте добры заплатить. То есть ты предлагаешь вот эти вот 800 долларов ополовинить. Почему половину? Ну как, это оценка там же запасные работ части. Вместе с запасными частями. На самом деле при таком подходе ситуация тупиковая.